Товарообмен между Молдовой и Россией за 11 месяцев вырос. Поставки молдавской продукции увеличились почти на 15%. И это не предел, заверил в интервью одному из интернет-изданий посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов. Дипломат считает, что потенциал для роста есть, и немалый. К примеру, 5 лет назад Молдова отправляла в Россию в 2 раза больше. Есть и предпосылки догнать и перегнать этот показатель. Васнецов напомнил, что в конце декабря прошлого года правительство России продлило на полгода, до 30 июня 2020-го, нулевые пошлины на ряд товаров из Молдовы. Включая вино, к рынку допущено еще 334 компании-экспортера. Оживлению товарообмена будет способствовать и решение межправкомиссии о создании на территории нашей страны торгово-логистического хаба, который облегчит выход на российский рынок молдавским фермерам, подчеркнул посол.